Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшой такой обзор покатушка по карте гонки. Хотели продемонстрировать то, что вас ждет впереди, ребят. То, что вот ребята, а именно драйвер 51 Рус, он здесь тоже. Павел Каблуков, вот тоже злой слон, это Паша. Всем привет! Всем привет, привет! Вот, вот то, что они сделали вот для карты гонки. Я считаю, это просто шедевр. И я думаю, всем понравится то, как это все будет смотреться, то, как будет все это выглядеть. Провелась доработка карты, добавили грязь, добавили воды, то есть лужи. Я считаю, смотреться все должно хорошо, классно. Я думаю, вам понравится. Так, ну с чего бы начать? Начну давайте, наверное, с перечисления автопарка, который добавлен на эту карту. Добавлен в этот пак. А именно, вот сижу вот я непосредственно вот на таком тритоне. Серенький тритон. Далее у нас стоит красный. Давайте я пересяду у него даже. Вот красный это у нас, ребят, крас. Каждый автомобиль имеет свои аддоны. Вот, так далее у нас, ребят, я думаю, вы заметили, это у нас стоит Мандакар. Также у нас здесь есть КамАЗ Мастер. То, наверное, с чего все начиналось, да? Начиналось все, ведь, с твоей карты, вот, по сути говоря. А, да, даже так. Да, да. Появилась карта и потом... Ну да, у меня тоже, в принципе, ну, меня сподвигло вот создание карты, это... Моды, которые были в мастерской Sprint Aeros, были там всякие какие-то джипики скоростные. И вот меня вот это, вот, в принципе, все подвигло на то, чтобы сделать карту гонки. Так, ребята, еще у нас здесь присутствует вот такая техничка КамАЗ. Вот. И присутствует здесь... Господи, по-моему, я до нее не дотянусь. Да, я до нее не дотягиваюсь, но сейчас, ладно, я так пересяду. О. Татра, которая, в принципе, уже всем давно известна, она доступна в мастерской Sprint Aeros. Да, с Татра вот. Ничего не делалось, кроме как добавили только урон. Да, добавили урона. На каждом автомобиле, насколько я помню, по 5000 урона, потому что автомобили скоростные, и я думаю, многие уже заметили, если автомобиль в Sprint Aeros летит на большой скорости, наносится урон. А делать такого рода автомобили медленно, я считаю, вообще нет никакого смысла просто-напросто. Вот. И, соответственно, да, урона здесь 5000. Ну, техничка у нас только держит, и десятка у нее стоит, но, опять же, у нее вес, масса, и урон у нее наносится намного больше, чем на обычных машинах. Вот, да. Ну, в принципе, так, она пропорциональна, то есть, всем остальным. Я вот хочу на тритончике проехать, а он не стоит на локации гаража. Заводись, отъезжай, подъезжай, и все. У меня звук игры, что ли, тихий стоит. Сейчас заглушу еще раз. Блин, офигенно. Классный звук. Сейчас я аддончик какой-то прилеплю. Ну что, парни, кто на чем поедет? Я на тритоне, я хочу тритон опробовать. Я так, на кразе тогда. Пары кабина тут есть у нас. Пары кабина, маячки. Нет, можно я не буду ставить маячки? Маньячки. Можешь, ничего не ставить. Так, рок-кабина, протектор, защита кабины, утилити, 1000 ремонта и рок-запаска. Еще 100 ремонта. Офигеть. Вот данные автомобили, кстати, все модели могут открывать гаражу. Гараж, локацию гаража, то есть. Все у них это подписано, дописано. Вот. Ну и открывание точек, как бы, для этих автомобилей, я думаю, это не проблема будет. Да уж, это точно. По-моему, проблем вообще никаких для этих машин не должно быть. Ну, давайте мы сами едем по обновленной карте сегодня вот с Виктором. Да, да, только что буквально допилили карту совместно и будем сейчас ее одновременно опробовать. Да. Ну что, погнали? Первый тест, можно сказать. Да. Так, ручник снял какой-то. А то сейчас придется снял ручник. Опять придется стоять. Ну, кто гудит? Ну давайте я, как всегда. Давай.
На третий гудок. Понеслась! Что-то, Витя, ты постоянно как-то быстро уезжаешь со старта. Не знаю, я на газ нажал после гудка. Реакция, наверное, хорошая. У него турбина, наверное, там дополнительная просто приделана. Нет, что-то у меня звук тихий, по-моему, в игре. Хотя нет, чавканье вроде слышно, а вот звук как-то тихо слышу. Так, ну посмотрим. Вау, нифига себе, меня занесло. Где тут у нас лужи, грязи? Вот и нет. Вообще ништяк. Вообще классно сделали. Да, пока все прекрасно. Грязище прям вообще. Блин, я все, я встрял, что ли, нет? Да ладно. Ты посмотри на Витю, он что там, у него точно какие-то читы стоят, наверное, да? Да ладно. Ну. Опа, Витя, однако получил. О, спасибо. Я смотрю, ты там... Ты лично сам мне их передал, потому что я ничего менять не умею здесь. Ох, ох. Ох, ох, ох. Ох, ох, да, это точно. Как все это проскакать? Все, нормально, полетели. Понеслась. Звуки, конечно, у машин вообще классные. Прям... Да вообще это... Дима постарался. Опа-опа. Нет, я в березку впиявился. Ой, елочку завалил. Так, я что-то... Я в лидеры вырвался, нифига себе. А я просто... Да. Давайте, я сзади просто еду, как бы пишу вас обоих. Я уже не буду. Я бы вас, наверное, обогнал, наверное. Конечно. Да-да-да. А, камера едет. Витя, тебе нравится. Ты там позавчера, по-моему, там тоже был. Да, хорошее место, мне понравилось. О, нормальная глубина вообще. В порядке. О, Витя наверх вылез. Я подъехал, думал его сейчас на любыточку взять. Не, нормально, я сейчас еще раз сюда заеду. Мне просто интересно, мы же там изменили, мне хочется посмотреть. Ну да, поглядеть, я тоже, блин, интересно, как бы там. Вроде сделали. Скорости я тут, конечно, у меня на трамплине мало. Тоже не разгонялся. Нормально. Все, вообще лужи легко прошел, прям без всяких вообще, ощущений. Вообще, да, красота нормальная. Да. Обалденно. Прям понесся наоборот. Да, да, да. Вот намного, да, стало. Даже ведь скажи. Ну да, да, прикольнее с лужами. Поприкольнее все это, да, покрасивше так. Вау, нифига себе, такое ощущение, когда это бы лужа за кисть азота какая-то залит. Видите, где-то... Вау, вон, Витя, летят сзади. Просто машины в этих лужах. Ух, ау. Вообще отлично. Давай, Витя, проходи, давай, я тебя запишу. Вот это. Ты меня тут носит что-то. Даешь ты тут джазу. А у тебя дифференциал включенный? Да. У тебя, значит, скорость большая слишком. Ловить надо, лови его, как бы газом, да, газом, вот, газом, да. И рулевкой. Не забывайте заправляться. Да, тут да. Сейчас да. Будет. А то заправочка уже. До финиша кто-то не доедет просто из-за да. Этого. Что-то, Витя, как-то ты быстро. Только вроде прошел, я газ не отпускаю, не могу тебя догнать. Машины одинаковые. Ну, не знаю. Точно, наверное, тут. Что-то ты там, наверное. Да у меня и дамага уже вот на 1200 накапало. Нет, у меня по урону 84 пока нормально. Не, я ж там в березу хорошо так воткнулся. А, ну да, ты там пособирал немножко лес. О, Пашу догнали. Да, я только что до заправку прошел. Поехал дальше. Заправился? Да, все, полетели. Супер. Да, блин, так машина вообще класс. Все, вообще блин. Классно, прям. Грязь летит так вообще прям. Хорошо да. Сделали карту, мне нравится. Да, это вот требовало доработочки, да, вот именно вот под вот эти драндулеты такие. Да. Ага. Мощнецкие. Как легковые, такая там, я имею в виду джипики, я не знаю, честно говоря. Да, мне кажется, в принципе, наверное, так же. Да, они должны тоже тут, в принципе. Вова, нифига-то! А, да, трамплинчик добавили. Вообще классно, прям обалденно. Вообще супер, да, вообще нормально, да? Вот не без этого, вот, да? О, офигеть, вообще ага. Офигенно. Так, спуск крутой. Ух ты, его тут...
Кто там улетел? Меня несет, принесло а тут, меня. Тут главное на трамплин ровно попадать. О, Урал не зря кто передвинули, не, да, вообще да, да, не да. зря. Да-да-да, сейчас бы я прям был бы, наверное. Да, он прям как раз стоял, что в него прям влетаешь. Ой, грязь тут такая нормально под колеса, тут да? Тут передвинули трассу. А, да, да, здесь... убрали его. Вот тут. Ой, нифига себе, на 180 крутанулся. Втыкались в этот краску. Ой, пиздец, опять. Дай-ка я подшуманюсь, наверное. А тут есть ремонт, да, Вик? Да. О, прикольно. Офигенно. Починился? Даже да. без краза можно как бы побольше. Да. Но тут можно как бы и урона наловить так, что... У меня как-то было последний раз вот противотуманки, по-моему, тут. Нифига себе! Я это все снял. Я видел. Нифига. Я снял это. Да, вообще на задних колесах фигачил. Вот ты ждешь. Снял изначально березку и пошел козлить. Вообще и тут хорошо, да, Витя, да? Да. Вообще отлично. Весенняя трасса такая, да? Да. Ова, нифига вы тут что перед бродом сделали? Я пропустил этот момент. Пошел, хотел точно. Это было просто неожиданно. Вообще отлично, да. Вообще хорошо, вообще, да, сейчас вот. Вот сейчас, да, вообще классно. Супер, так повеселее, так все стало. Тут тоже вот трамплин. Дорога, да, намного интереснее стала. Опа. Ой, блин, меня занесло, скорость потерял. Ух ты тут, ух ты! Ну, нифига себе! Я думал, он поменьше будет. Я как-то... Да он нормально, прям сама то получился. Не, я не рассчитывал, я думал, он такой полегче будет. В редакторе он какой-то более пологий казался. Да, как бы он вроде да, как бы он такой легенький такой, знаешь. Я думал, он просто как ракета тут выстрелил, а тут нифига себе. Обалдеть. Да. Что-то Пашу мы на кразе и не видим. Где он там есть-то? Да крас прет вообще. Тут даже газ не отпускаю нафиг. Гараж ты там не доехал до него еще, нет? Нет, еще не видел. Только не открывай его прям сразу. Да. Просто сначала посмотри. Да. Открыт он, не открыт. Просто даже интересно. Теоретически должен быть открыт. Ну, хочется верить. Ну, по крайней мере, надо тогда цеплять аддоны для того, чтобы... была возможность как бы дополнительно. Там же как бы в гараже ты этот аддон обратно прилепишь, и пусть он будет как бы. Потому ну что да. Они несут и ремонтные очки. Ой-ой-ой-ой. Меня несет тут что-то прям. Да, меня тоже крутануло что-то. Слегонца. Ой. Березу вниз нет. Не снес. Так, ну-ка, горючки-то мне, в принципе, хватит. Да когда правда. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть тебе не вогнал, бляха-муха. Сзади в запаску. Знаешь, как жалко нельзя, как на многих играх. Это газ-торм зажимаешь и начинаешь шлифовать. Пробуксовку включить. Да, вот здесь лужи мы добавили. Да. Лужи, тоже. Да, хорошо даже получилось. Лужи, он легко их так проходит на скорости. Да, с трамплинчиками такими прикольненькими. Да. Вообще, да, повеселее стало, да, вообще. А где второй гараж-то? Я что-то его не вижу. А он там на финише. Там на площадке перед асфальтом. А, все, вспомни. Там УАЗик должен стоять справа. Машину оттуда убрали. С избушкой. Фига там, Витя. Да, я тут дрифтую. Нормально так. Вообще, кто там улетел? Нет, никто. Это я так озвучиваю. Да, вообще хорошо. Да, вот это позитивчик. Вот это реально позитивчик. Вообще хоть какое-то разнообразие, да, в Питере. Да интересно появилось намного вообще. От супер обновлений, от которых одни беды, как бы, да, хоть одно веселье. Но. Ой-ой-ой-ой-ой. На-ка, получи. Хоть где-то теперь можно прям газу до отказу поддать. По крайней мере, настолько, насколько это возможно. Ну да. Вы где там отстаете что-то сильно? Ну вот мы сейчас уже подъедем на это. Все, гараж закрыт.
Закрыт? Да. А, ну все, тогда открывать надо. У тебя там есть же этот, по-моему, кунгом открывается. Да, кунгом открывается он. Открывай кунгом, да. А, ну во, все, там у тебя что-то сбрякало, твоя аватарка такая, что-то сделали, сейчас тут, знаешь... Ну да, гараж. Что, как точку или что-то открываешь, аватарка там дрыгается. Так, гараж открыт. Блин, ну если бы я поставил бы сюда здание гаража, то, в принципе, можно было бы его оставить открытым вместо этой избушки. Ой, Витя, подождите. Вот видишь, да, очередь тут надо будет делать. Да, да. Ой, заправочка и ремонт вообще нормально. Не на один круг тут можно заряжаться. Все, вот прям на каждом автомобиле есть 4 очка гаража, да? Да. Прям на каждом, да. Прям на каждом. Любой открой. Но это делалось с учетом того, то, что все равно потом эти машины будут брать. Где-то для... на картах будут ставить. Да, для других карт, для там. Просто да. Для как разведмашины. Ой! Чтобы они хотя бы могли чем-то полезным оказаться. Да, как-то. На обычных дефолтах. Паша, меня кто-то это, в мост, давай. Походу, не попадет, я так понимаю, да? Я болтает по всему мосту. Да вообще. Ля-ля. Ой, все, я сейчас лечу. Не, нормально, нормально, нормально. О, правильно, Витя, толкай меня, толкай. Ты глянь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Драйвер, ты глянь, что делает. Не зря же у меня драйвер, да? Вообще, честно. Ну, вот тут трамплин переменили немножко. Вот. Вот. Ох, нет, вот тут надо все-таки, мне кажется, приподнять вот этот самый конец, да? Это, Витя. Конец? Да, да, вот после трамплина вот... Ну вот здесь нормально, вот тут, кстати. Вот тут вообще вот... обалденно, да, да. Получилось. Все, ну вот у нас все, первый заход прошел, да? Ну что, еще кружок мы же замутим, я на край катился. Давайте. Пересесть. Давайте я сяду на КамАЗ уж тогда, раз уж... Я на мане так. А чтобы гаражные части были, надо обязательно поставить аддон, правильно? Да, да, да. Без этого никак. То есть, как бы, если где-то... Даже вот на КамАЗе, на мастере у нас ничего мы не придумали, как таковых аддонов не было у него, да? На фары не поставишь. Поставили на запаску бы вот это дело. Вот, 4 очка гаража я вижу. А я что-то на этом не обратил внимания, где там... На ком? Этом. На Тритоне? Как вот? На Тритоне? На Тритоне, да. Кунг ставишь, кунг. Да, сейчас подожди, дай пересяду, посмотрю. В основном в кунгах все. В основном, да, в кунгах. В основном все открытия гаража в кунге. Вот на мастере мы прилепили на запаску это все дело. То есть, как таково, если мастер пойдет без запаски, он гараж вот, не откроет. Да, вот, утилити. Рок утилити на этом, на Тритоне. Это 4 очка гаража он дает. Да-да-да. На техничке там сверху колеса ставятся. Ох, а вот это звук на кразе. А ты его заглуши и заведи заново изначально. Ух ты, прикольно. Типа с воздух спускает. Ух ты, вот это зверюга. Да, вообще, я тут покрутил немножко звук, пособирал. Скажем так, сборная солянка, скажем, со всех звуков там с разных машин. Блин, кразик вообще офигенный, желтый, красный вот этот. Ну что, ребята? На счет три? На счет три. Раз. У вас нет шансов, парни. КамАЗ должен вас сделать. Но это мои шансы. Смотри, КрАЗ-то не отстает вообще, да? Вообще он вообще что-то вдул карман. Нормально. Витя, я тебя сейчас толкаю, давай. Я полетел. Ты глянь на него, погляди, пошел, а. Вообще обалдеть. Вот это КрАЗ. КрАЗ что-то удачно получился. Что-то все тут удачно. Так, ну-ка, может я тут успею тут. Нет, ты смотри, он как лягушонка прыгает по этой грязи. Спокойно. Да, ему вообще пофигу. Блин, на повышенном, может. Иман тут, смотри, тут сейчас меня вставит. Ой-ой-ой. Я, блин, я зацепил тебя так хорошо. Да, да, если... А я буксую, пробуксовочка. А, давай, Ман, тащи. Блин, я сбуксал. У Мана так этот правый брызговик так и болтается. Да, блин, беда с ним вообще. Ну и ладно, в принципе. И так хорошо, я считаю, что до такого мало. Что-то вы отстали, по-моему, нет? Да что-то я смотрю, что-то то ли я как-то плохо еду.
то ли вы слишком хорошо. Нет, ну вот если взять, например, на другой карте, вот где можно разогнать КамАЗа, то КамАЗ, конечно, он летит. И МАН, в принципе, тоже отлично. Он тут просто как-то я не могу состыковаться с этим делом всем. Ты не что ж меня... Ай-яй-яй-яй-яй! Опять упал? Есть контакт. Упал? Да. Да и тот раз ты лежал, по-моему, на КамАЗе тут. Может, тебя перевернуть получится? Да, наверное, получится. Как в тот раз. Ой-ой-ой-ой-ой, Паша! Опа! Прям ровненько вошел. Да вообще. А ты за чего зацепил? За мордочку. Да ладно. Да? Да. Зацепилась? Да. А, ну жопой за морду цепляет, да-да-да. Жопой, да. Ну-ка давай его сейчас, сейчас я его отсюда пихну. Тащи его. Ребёшки. Он отцепился. Так. Ну-ка дай попробую я тебя мордой за морду. Да ё-моё, у меня передача что-то. Ну-ка ведь коробка сломалась. Нет, порвная. Не. Ну да. Ну давай, ладно, сейчас задом попробую. Давай боком я сейчас попробую тебя взять. Ну-ка. Нет. Так. Ну задом по-любасу должен взять. Задом возьмется, да. Это что-то в стиме намутили, ребята. Да, да, это... А, вон тебе. Тебе надо, знаешь, за что брать? Сзади тебя за попу. Да, да, да. Надо, да, я сзади где в дереве там как-то застряло. А попа за попу хватает? Да, да, да. Лечь! Лечь! Чуть-чуть осталось. Сейчас я. Да, вот так вот. Встань как бы поперек дороги и туда тяни меня. Блин, какая березка. Лебедкой, подтяни лебедкой. Во-во-во-во-во, пошел, пошел немножечко. Там у него прям, смотри, как-то колеса вошли туда. В дерево. Во-во-во, походу. Ну-ка, подожди, дай, дай-ка я попробую сюда вот и тебя назад как бы. Давай, да, попробуй. Как-то отсюда может быть. Из-за. Ну да. Из-за. Ты что, застрял? Да я тут что, мост, что ли, уперся, не пойму. Все позастревали, что-то. Ладно, давай я тебя попробую лебедкой хотя бы так отсюда. Ну давай. Назад как-то. Да нет, что-то я конкретно пришкварился здесь. Паша, попробуй там потарань в морду. Да, 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 кстати. Всегда пожалуйста, сейчас я разгонюсь только. Да ты с полного захода не надо. Вообще никак. Блин, он вообще сроднился с этой. В текстуру как-то ты его загнал этой березы. Ага, похоже. Прям в морду меня колбасит, Паша. О! Во-во-во-во-во. Хорошо сдвинул так, в принципе-то. Давай попробуй сейчас подтянуть меня. Теперь вон, вот, выскочил уже колесо. Да-да-да. Да, колеса не цепляются. Я теперь, теперь не могу вылезти. Ну, давай я тебя дерну. Там даже вроде и грязи-то и нет. Не, скользишь просто, да? Да, я не могу. Как бы. Ну вот, что, темень настала. Давай, лебедку. А, все, я без лебедки вылез. Вышел? Да. Меня не забудь. Так, я тебя хоть там прицепил-то, а ты к дереву может прилип. Куда мы до ночи провозились? Да, работа на всю ночь. Ачивка даже есть. Во-во-во-во-во, все, пошел ты. Пошел, да. Пошел, да. Пошел я, да, пошел я. Так, сейчас мы тебя сюда вытащим, чтобы тебя можно было тут покувыркать. Ну-ка, Паша, попробуем в кабину вставить. Да, давай. Не стесняйся. Не стесняйся. Ну-ка, давай прямо вот так вот, да-да-да. И в кабину его. Я его вроде как сюда тяну, а ты отсюда попробуй, не? Нет, никак. Ну-ка, давай, подожди тогда за это, за перед. За морду, да, тяни меня за морду. По идее, должно меня развернуть и перевернуть потом. Это не в ту сторону. В жопу лучше сейчас мне пихай.
задние колеса, убейся. Так, стой, Витя, лови. Да блин, дайте я зацеплюсь-то. Что-то Паша тут промерз. За морду меня, за морду Дима. Мне что-то таранить понравилось. Ой, я куда-то прицепился, не туда что ли? Не, не, это не этот, не за меня. Я за дерево, наверное. Наверное. Так, подожди, подожди. Вот, нашел. Это ты? О, да, это, да, это я. Колеса выворачивай влево. Влево? Да-да-да. И вот Паша тебе бы сейчас с этой стороны ему. Со стороны леса, что ли? Не, подожди, сейчас я попробую сейчас потянуть. Попробуй тебя подтянуть, да. Иди тоже. Во-во-во-во-во. Вот, а теперь давай, я... Давай, газон, газон, газон. Стой. Сзади, сзади его подпинь. Сзади, да, прям сзади. Блин. Блин, все, ты его. Давай, нормально, поднимай его, давай. Давай. Заводи. О! Все, нормально. Все, пошла. Блин, правда, я чумазый, как негр. Че, погнали? Погнали. Давайте. Все. Спасательная операция прошла успешно. Оба, нифига ты! Это меня подрезал меня. Слушай, крас прет что-то вообще. Да, крас вообще офигенный. В потемках такие вообще. Ночной Дакар. Ночной Дакар, да. Ну, он же сутками колбасит, там, и днем, и ночью. Да. Ух ты, лужа такая глубокая вообще. О, 386 урона. Ну-ка, Витя, сейчас. Витя. Чего? Спокойно, сейчас я тебя обгоню. Нет, далеко еще. Да блин, меня затаскало что-то. Оно бывает, то вроде нормально ловишь, то бывает, как подтащит, так подтащит. Ой, ну что ж меня кидает-то так, ой, мать честная. Ловите, работайте газом и рулем. А, кстати, вид с кабины сейчас сделаю. Во. А, в Крайзере тоже вид из кабины есть. Со всех машин да. Есть вид с кабины. А-а. Все это настроено, все есть. Офигеть. Но самое красивое, конечно, вот мне нравится больше на мастере и на мане. Как бы она более... Заправиться не забудь, Вит. Да. А, ну да, тоже. Бенза тут соляра уже кончается. А то все до финиша не дотянет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Догнал меня? Да чуть опять, да, не воткнулся. Не понял, а вид от кабины, короче, смотри. При виде от кабины машина не заправляется, прикинь? Да. Я подъехал, думаю, что-то нету знакомого друга. Опа! Толкнул меня. Толкнул? Ну, прям по морде меня, куб. Да. Так, на трамплин надо на другом виде прыгать. Оба, нифига себе. Ой, я что-то тут сломал себе. Да, крас, конечно, шпилит, мать честная. Это, кстати, крас Сереги Пачечника. Да? Да, переделанный. То есть там перенакрутили ему моторчик, там текстурку, аддончики поставили. Угу. Ну тоже, да, там. Все, я в лес ушел. Все красиво там в салоне. Как там в лесу, нормально? Грибов много, вот смотрю. Корзинку-то взял, нет? Корзинку взял, да. Сейчас в кунг буду собирать. Ох ты, ё-моё, где я? Подождите, я не вижу. Никого тут внизу нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все нормально, поймал. Вы что-то там это? Вы где? Я где-то, вот он я. Я где-то последний. О, привет! Тут одна ошибка решает все. Да. Я по внутреннему радиусу тебя обошел. Нет, сейчас я... Блин, я не вижу, что вы там творите, конечно. Вижу, что у вас весело. Слышу. Да. Но как-то еще пока что не вижу. Весело, это точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, вот ночь, конечно. Ночь, да, вот ночь. Ночь жесткую сделали.
На первых версиях вообще было нормально. А еще без фар вообще нет. А фары включаешь, он еще темнее становится. Ну как бы дорога зато поприкольнее так выглядит. Ну да, не, ну спереди-то видно, сзади ничего не видно становится. Вообще обалденная карта, вообще, да? Вообще, да. Да. Вообще, вот сейчас все, все вот вроде, да, на месте. Все на месте. Ох ты, тут вообще такой трамплин перед бортом. Опять вброд там, да? А поправее, если брать. Вообще отличный. А если поправее? Правее, не знаю. Ой-ой-ой. Да ладно, нормально скачет. Вау! Я подруливаю, подруливаю, подруливаю. Подруливаю. Да, ночь, конечно. И ночь такая долгая, ну ё-моё, да? Я нет! Чё-то, а, Витя уже сзади, я, блин. За дорогой-то слежу. Я вот смотрю уже чё-то это. Капот рядом уже мелькает. А, меня закрутило. Ты смотри, нифига краспрёс, он меня догнал, обалдеть. Да, красавчик. Короче, надо, Витя, теперь знаешь, какую карту мутить под эту, под этот пак? Карту более скоростную, прямики такие. Mm-hmm. Тут она как бы петляет так сильно, то есть, как бы. Ну да. А надо вот... Еще можно чисто оффроуд сделать, чтобы там в натуре на проходимость, так да, сказать. Чисто там... грязь там. Грязь там, да. Ох, Витя, стой! Стой! Да где вы там есть-то? Вы уже в каком месте? Уже, наверное, на мосту, наверное. Смотри, нет? Один раз всего, блин, сколько ехал, один раз улетел, все, Витя меня тут же щелк, обошел. Ты что там застрял? Да я вообще. Меня что-то за бочку зацепился. О, бочка, где-то тут вы рядом, значит. А, вон Паша, я тебя вижу. Здравствуй, Паша. Я тоже вижу, вон он. Мигалки, хорошо ты мигалки ставишь, тебя издалека видно. Ну да. Палишься, палишься ты. Вот тут вообще лужи вот эти с трамплинчиками, да, вообще нормально. Которые только прошли. А где Витя-то, я не понял. Витя, вон он. Что-то он затих, ты видишь его? Да он уходит от меня вообще, я его догнать не могу. Все, ушел, все, в темноте. Не вижу его. Обалдеть, как так? Вот мы красно крутили, а... Я тебя догоняю, смотри, вообще нормально. То есть на прямках КамАЗ вообще рвет просто. Аман что-то вот ни хрена не рвет на прямках. Ой-ой-ой, я тут меня что-то опять колыхнуло не туда. Ой-ой-ой. Да елки-палки, ну. Как у вас там дела, нормально? Знаю, да Витя, я и Пашу... Все равно, Витя, рядом, ты не расслабляйся. Я и Пашу потерял, где он там? Меня тут один раз повернуло, и все, и я его потерял, упустил. Я сейчас на гараже остановлюсь. Ладно, покури, покури. Ова, покури. Я в лес ушел. Покури, покури, сейчас. Сейчас, вот. Да. Сейчас, так, увидишь. Так, где-то случайно мигалки рядом пролетели мимо. Ну, хотя и Паша ушел, что-то я его не вижу все равно. Ой-ой-ой. Ой, да что ты, господи, прям смотри. Чуть что-то крутанешь и все. Вот он, Витя. Да, ты пойдешь на гараж-то? Нет, а зачем мне туда идти? А не надо, да? Ну у меня тоже ремонт. Ну я тогда попер. А, нифига себе! За носом! Да меня опять перекрутило. Я блин. Вы где-то тут, я так понял, да? Мы да, вот на мы на асфальт вышли. Да, на асфальт. Так, ровненько, 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 ровненько. Пашу вижу. О, на прямках КамАЗ вообще чешет. Догоняет спокойно. Меня на прямках, кстати, все догоняют, обгоняют, я вот что заметил. Зато в грязи, мне кажется, ману нет равно. Да-да-да. Смотри, я прям догоняю. Я Витю догоняю по грязи. А, я врезался! Yes!
Вот мам по грязи, вот в чем у него сила. Ну все, парни, я походу выиграл эту гонку. Да по-любому. Тут уже я вот вижу гараж уже. Приехал, все. Финиш. А, это вот я проиграл, все. Упс. Подкнулся. 760 урона. Нормально. Ловил, короче, да. Блин, офигеть, столько машин. Я даже не думал. Я думал, все обойдется. Нифига там я задвинул. Я думал, все обойдется там, ну, двумя там машинами. Я, честно говоря, Амбас-мастеру был рад безумно. И Дакар, эту, Татре Дакаровской. Ну, в принципе, да, как бы, что-то разошлись. Знаешь, оно, да, прям вообще оно что-то пошло-пошло, и он аж куда зашло. Не говори прям вообще. Не, ну, офигенно сделано, вообще супер. Ну что, еще кружочек? Давай еще кружок. Я, да, наверное, и... на чем проедусь-то? На чем я? На Мане я поеду, наверное. Хотя... Не знаю, это же на мане можешь или... Ух, ух, укра за звук-то, конечно, да? Сборная солянка. Я на тритоне поеду. На техничке можешь прокатиться. Я на тритоне еще не ездил, поеду на тритоне. Может, перекур, парни, не? По-быстрому. Ну, сейчас, секунду. Мурманск, Кемерово. Блин, я сейчас пока на встану на этот, на старт, я машину всю сломаю. У тебя там ремонта 10 тысяч, так что можешь подремонтироваться. Можешь ломать сколько душе угодно. А, ты не поставил аддоны, да, Витя? Нет. Вот, поставь аддоны, там запаски сверху с ящиком ставятся, 10 тысяч. Ремонта, гаражные части они, по-моему, да, и топливо. Там это вообще машина. Ну, у него, правда, вот когда на техничке вылетаешь куда-то, урон очень сильный у нее идет вообще. О, запаски. Наверное, из-за веса может быть как-то. На фарах гараж. Да не может быть на фарах гараж. По-моему, на фарах не сказал. Нет, на колесах. На колесах. Да, да. Да, да, на колесах, на запасках. Так. Ну я на старте. Че мы. Перекурчик небольшой делаем? Да, я давай, думаю, давайте перекуримся. Я не выключаюсь тогда. Так, я на паузу поставил запись. Не, у меня будет стоять тогда, пыхтеть тут. Ладно, сейчас давай. Все, побежали. Так, ребята, я здесь. Ну, как раз рассвело. Пока звук крала мы еще раз продемонстрируем. Так, ну что, я вернулся. Уже не продемонстрируем, ладно.
Да я хотел, я думал, пока никого нету, пока тихо, думаю, крас еще раз заглушить и завести. Ну что, погнали? Ой, подождите, я заглох. Как? Вот я все-таки заглушился и завелся. Ух. Вообще. Обалденно. Ну, может, я хоть на кране сейчас вот сделаю. Так. Ручник. Паша-то где? Паша? Паша что-то трубку мира, наверное, курит. Скрин. Наверное. Скрин пока щелкнуть. Кстати. Есть. Вот здесь. Или кто-то бибик? Я тут. Ну что, на третий бибик? Давайте. Да. Кто сигнализ... Запись. Давай, включили? Паша, традиционно. Записи я и не останавливал. А? Да, у меня все включено, так. Все нормально. Витя, ты на этом самом, на большом? Да. Так, надо от тебя подальше держаться. Сейчас раскидаю вас, как эти. А то да, она таранит, и все, улетаешь сразу в кусты. Ну что, давай, класс. А то как шандарт. Витя сейчас, да, в лес нас раскидает. Только так. Ох, Витя, я не могу. Витя, что ты делаешь? Ой-ой-ой. Вообще, он меня загнал в деревья опять. Ты встал? Да, ты меня вогнал в деревья. С техничкой лучше не шутить. Она вообще супер тяжко. Ну, нормально, сейчас на краю. Нифига, он Витя и меня обошел. Обалдеть! А Витя, наверное, на ручке колбасит. Он на ручной коробке, он же переключается, да? Нет, на автомате. На автомате? Я не знаю, у него правда там турбинка какая-то под столом, что ли. Да, я тоже чувствую, что-то здесь не так. Ну да, не вот он просто обошел нас. Под данный пак надо, конечно, ребята, делать еще карты, вот именно оффроуд, вот эти грязнючие и скоростные. Что? Будьте здоровы, чехал. Спасибо. Да, смотри, вот как раз 3 тонны догоняет вообще даже. Ну на поворотах она такая медленная, вот на прямых она прет, дай боже. Так, Витя, это вообще поезд, елки-палки. Давай, как-то надо его нам обогнать потихонечку. Ну. Я вот дышу Паше в пятки. Я не знаю, я ничьих пяток пока не чувствую. Да ты как самолет там летишь просто, я не знаю. Обалдеть. У-у-у, нифига себе. Вот это я на техничке скаканул. Так аккуратненько, ровненько она приземлилась вообще. Ну да, тут, знаешь, вот надо именно скорость на трамплинах. Да. Нету скорости, прыжок плохой получается. Ничего себе, я убить его. Где он там? Вот. Он что-то он там загулял, да, по дороге. Витя что-то замотал. Ой, парни, все, пипец. Что такое? Ох! Поднимайте меня. Поднимайте меня. Дело пришло. Ага. Крах у меня с полный. Кто меня поднимет? Сейчас едем. Ну да, как бы вот крас чреват к перевертушу. Даже может Витя попробуй, у тебя тяжелое, как бы. Давай я попробую. Прям сейчас. Сбоку. Прям сбоку. Не цепляй меня, а это самое. В бок тебя? Прям со стороны кабины. То есть попробуй поставить меня на колеса. Да. Вот, давай. И направо давай сходу. Бах! Ать, нет, не получилось. Что-то как-то. Да. Что-то как-то ты в меня проехал полностью. А, кстати, да. Да, что-то какое-то. Что-то это. Как-то странно, да? Во-во-во. Все нормально вообще. Отлично. Отлично вообще. Оседлал. Никаких проблем, да? Да, погнали. Все давайте, готовы? Проезжайте, давайте. Я задом еду, ребят. Задом ты будешь долго ехать. Вообще нет. Разик ты... такой чистенький. Ты где ехал-то вообще? Я грязный. Тебе в ухо даже не сидело, по-моему.
А нет, оно, кстати, смотря какая карта. Вот мы помните, когда позавчера мы играли на этом самом-то, где грязюка была. Как да, он, да, там, да. Суп вот этот, или как он там называется? Да, да, да. На, вот на ваших машинах была видна грязь. То есть, как бы. А здесь, то есть, ее не видно. Ну, тоже вот косяк, да, игры. Сделайте следы, колеи, то есть, как бы, да, свет, водилу, чтобы было видно. Как бы, ну, мелочно приятно. Ну да. А то там колею. Ой! Колею накатали, как бы, а получается, ты едешь, как будто тут ничего нет. Ну, только свою колею ты видишь. Да, да, получается. Ну, мы вчера с Пашей, знаешь, что делали? КамАЗы сцепили жопами на трос. И кто кого перетянет, кстати, я тоже видео это выложу. Вот, и там накопали такие траншеи друг у друга, знаешь. А потом я Пашу вытаскиваю, получается. И в свою колею я выехал из нее. Там у меня такая яма траншея. А он едет, как будто там ничего нет. Как по асфальту. О, на заправку дотянул. Я думал, хватит, не хватит мне. А то на старте у меня было 200 литров всего. Ну, оно топливо как раз вот до нее хватает. Да. А дальше все. Вот 66 литров у меня оставалось. Витя, подвинься. Двигаюсь. А нет, по-моему, до второй заправки должно хватить, если не заправляться. Не, на этом точно. Не на всех хватает. Вот, давайте, вот да. Я не заправляюсь, давайте, я проехал, не заправляюсь. Если что, меня затащите. Ладно. Так, сейчас я Витю буду. Ох, я как вас догоняю, так раз вообще шальной, слышь ты, парни. Я вас догнал обоих. Дайте-ка я, может, вас как-то тут обгоню слегка. Справа. Давай, давай. Никак не могу. Блин, наоборот, спиной. Паша там... Паша сварил. Что-то тритон разошелся. Ага. Нормально. Да нет, смотри, кстати, вот техничка идет в гору, и я. Я не догоняю тебя, то есть мы идем в одной скорости. Ну да. Тут как бы скоростной режим у них крутится. Вау, все, пипец. Витя, я об тебя, короче, шандарахнулся. Цепляй меня за зад, наверное. За зад. Ну. Я колеса сейчас выверну. Меня приподнять, чтобы завестись, оно тут должно вытащить, по идее. Ну-ка давай. Все, все. Как спасибо. Делать, да вообще она, да? Как пушку просто. Да она как пушинку машины дергает. Да, она техничка. Она техничка. Обалдеть, да? Да не, они как бы... Блин, здоровая она. И на любой карте, я думаю, будет весело с ними поиграть, как бы, с этими машинками. Конечно. Можно там дефолт один какой-нибудь оставить и как бы поставить. Вот эта скорость, вот это да, вообще просто. Ох, я прямо вообще ровненько иду, меня даже не потащил. Я тоже ровненько. Ты вернулся? Не, грязище тут меня как потянуло. Нормально вообще. Вообще, не, вот правильно, что мы карту ковырнули. Тысяча урона об дерево. Я тебе говорю, на ней очень аккуратно надо. Она если... вставляешь иной раз. Паша что-то просто свистал у нас. Не, вот он. А, он ждет нас. Такой... Да я тут кого? Я тут чуть в лес не ушел. Ух ты, там дрифтишь. Вот это я дрифтанул. На ней надо этот газ сбрасывать на поворотах, на вот этой техничке. А то вообще так она жопу закинет. Надо оно подгазовывать, как бы, знаешь, так отпустил, подгазанул и рулевкой. Да. Как бы она дала. Ну, в принципе, нет. Ну, это дело привычки, как бы. Я на ней катался, вот, когда вот несколько раз прокатился, а то уже привык, как бы. Главное, именно действительно газ отпускать в поворотах и подруливать. И уже там работать газом. Ну, это как на любых машинах, я думаю, так это все. Ну, в принципе, ну, да, достаточно. Все, в принципе, реалистично это должно быть, как бы, выглядеть. Не, краш шальной вообще опять, да? Трасс шальной вообще он шальной. Единственное, что вот он, да, он склонен к перевертышу. Ну это и скорость у него соответствующая, поэтому и склонен. Как бы... Ох, нет, карту вообще мы настроили, да? Карту вообще карта мы вообще накрутили, да. Нормально, вообще супер. Вау, ну трамплин тут сделали, вообще бешеный, да? Я думал, он будет пониже, конечно, как Витя там его делал в редакторе. Вроде и смотрели, как бы он там не сильно такой большой был, да? Да. Вроде...
А по факту такой бред. А по факту вообще, я не знаю. Еще такая мысль, ребята, может уберем вот этот гараж, который вот поставили? Второй. Да. Да я думаю, пусть, наверное, все-таки стоит. Да и он, вот, по сути, не нужен там. Нет, ну люди будут, вот представь, будут люди играть, например, на три круга, да? Да. До одного круга у нас как-то было, помнишь, ты меня на мане тут не мог доехать. Ты меня это, подъезжал, дотаскивал, ремонтировал, заправлял. Я полностью 5 тысяч урона, у меня, по-моему, до того места, где гараж, у меня все улетело. Ну да, тоже верно. То есть, как бы, пусть, я думаю, что лучше подъехать аддоном, его открыть на первом кругу. Либо, да, либо вместо этой избушки я могу поставить непосредственно модель гаража, домик гаража, и открыто его сделать, и тогда вообще проблем не будет. А он, может быть, кстати, по карте и не ставится второй открытый. Ставится. Ставится? Да, оставлю его открытый и все. Воу. Блин, ну я не знаю, надо посмотреть. Вроде бы ставится. А мне что-то кажется, что нет. Вроде так один только ставится открыто, остальные они все равно все закрыты, получается. Просто у меня такая мысль появилась, допустим, вот кто первый приезжает, да, сделать вот эту зону гаража, то есть без домика, без всего. Да, как финиш. То есть кто первый приезжает, разгружается, да, и она высвечивается у всех, да, то есть кто приехал. Как бы да, тот, кто выиграл, получается, первый. Но да, если на три круга, то, в принципе, смысла в этом нет. Тогда гараж надо ставить где-то в конце, там, в самом, у того гаража. Один открытый, ну, да, другой закрытый, то есть, как бы, а это вообще зону убирать. Вот как там, Дим, далеко ты? Да где-то тут прыгаю, Ой, парни, я ж не заправился, Оба, вижу техничку. Ты чего рода? Парни, все, я без бензы. Соляра кончилась. Кончилась? Да. Ой, ну и морда у меня. Кто там меня тащит? Где техничка? Сейчас техничка разворачивается. Это достаточно длительный процесс разворота. Ты там на ручнике ее разверни, она хорошо разворачивается. Ну да, все, меня на веревку. Ну вот. Короче, гора, эта заправка нужна по-любому. Ничего, сейчас ты тут летишь, поэтому. А я одну заправку пропустил, я вторую пропустил. Ну да. Если бы... Нет, можно было заправиться на первой, мне бы хватило. Но я и пропустил и вторую, понимаешь? Ох ты! Ну как я развернулся? Да блин, я на карте как раз был, включил, ты уже меня боком вставляешь. Наверное, подальше, наверное, ведь немножко. Все подальше. Нормально, цепляйся, что-то. Ну все, полетели. Полетели. Сейчас ветерком тебя дотяну. Только без дрифта. Я постараюсь. Что-то туго. Ты какой-то тяжелый. Ну и не говори, вроде. Что-то это. А разница есть, если ты на нейтралку? Ты перекушал. На нейтралку, если ставишь. Нет, как-то. Не весело. Да, туго ты идешь. Лебедка, ручник выключен, да. Я на повышенной. Еле тяну тебя. Во, вроде начинается разгоняться. Она как-то вроде начинает, потом опять. Ну да, как-то. Я вас на гараже подожду, короче. Ага. Наверное, долго это придется ждать. Мы далеко от гаража-то, да? Ну да, еще несколько поворотов, по-моему. Ты уж такой тяжелый ты. Ну да. Ну они все, в принципе, они по весу тут большие. Угу. Ну, знаешь, грузовики. Глянь, не идет вообще. Вообще я просто закапываюсь. Ну-ка, хотя... Паш, попробуй подъедь, может, ты полегче потянешь меня, нет? Смотри, я буксую. Да я вижу, я вижу. Техничка самая мощная. Нет, ну я не знаю, но она, видишь, садится вообще. Он ее вообще даже сдвинуть не может. Сейчас еду. Вот я пониженную включил. На повышенной вообще никак. Офигеть. Вообще туго тянет так вообще, да? Вроде у меня шины дымятся. Вроде пошла. Нет, ну это я тебе говорю, это стопудово что-то они намутили. Это вот лебедки, то что мордами и боками не цепляется, это косяк вот этого обновления последнего.
Потому что за любое дерево, как бы, она все мордой берет, лебедка работает, ничего не отцепляется. То есть. Да, вот. Она не берется только в мультиплеере. Вот, то есть, ну, по сети. Нифига ты пролетел. Во-во-во, пошла немножко. Так с горушки, потому что я покатился. А. Сейчас я тебя подтолкну, маленько. Такая трос, как на резинке, ты глянь. Бал такой. Резиновый трос. Раньше, по-моему, такого не было. Трос вообще, честно говоря, вот они, наверное, что-то с тросом делали. Знаешь, что они делали? Они, наверное, делали, чтобы вот как вот в реалистичности трос, когда ты дергаешь, он как подрастягивается, оно как дает дополнительный как бы толчок, то есть как бы, да? Ну да, может быть. Не знаю. Вот они, наверное, что-то с лебедкой крутили, и тут что-то накрутили, кажется, этими делами. Угу. Че, он не пошел полегче? Да. Полегче пошел, немножко. Да нет, нет, идет, да, что-то. Нет, опять нет. Давай перецепимся, может, ты меня попробуешь. Во, вот как дергает, так она вообще как лягушка прыгает. Машина. Так вообще спасательная операция. Да, да, да. Надо еще тут МЧС, наверное, поставить какой-нибудь. Ну и что, парни, что сделаем-то с гаражом? Я предлагаю все-таки попробовать домик непосредственно гаражный, оставить его открытым. Сам гараж. Не знаю, мне так кажется. Я предлагаю перед финишем эту зону туда перенести. Ну, а вдруг захотят люди без аддонов, да, ехать? Без аддонов? Да. Ну, тоже на кразе без кузова не поедешь, как бы, ну, смысл? Ну, не знаю, всякое бывает. Ну, единственная вот проблема, гараж открывает запаской, это КамАЗ-мастер. Что там, далеко еще нам вот так? Ладно. Не-не-не, вот последний поворот. А, вон все, примите, я вижу эту площадку, да. Ух, нифига себе, мне жопу закинул. Нет, вот дефолтный, я думаю, он бы просто тут как пушинку тянул, да? Но угу. у них у всех вес, видите, понимаешь, там больше 10 тонн, как бы, получается. А у дефолта не знаешь сколько? А дефолтный, 6, там по 6 идет, 8, да. Ну. Да, то есть, то есть тут это все, опять же, скоростные данные, вес, как бы, для этого. То есть тут ставишь, они будут улетать, я вообще просто, знаешь, как по маслу ехать. Тут, боком, ну да, да, да. Боком, не раком, то есть, да, они не будут улетать. Рулиться не будут. Блин, опять я закопал. Паша там сзади копает вообще полным ходом. На пониженную, наверное, я встану. Блин, чуть-чуть осталось-то, елы-палы. Как так? Надо было мне на второй заправке заправиться. Я вторую-то проехал заправку. То есть, как бы, если ты на первой не заправился, то на второй ты по-любому как бы заправишься. Что-то мы вообще встали. Алло. Алло, алло. Наверное, нет вырубило где-то у кого-то. Все, нет, наверное, у меня обрубило. Ну вот. Ладно, все, тогда запись заканчиваю. У кого-то упал интернет. У меня. Да.